Ой, какой кислый чай. Так, прибежище гнева. Убогая карта в плане досок. Уебанство просто, а не карта. Привет, Шерил. Так, какой я взял следующий квест? А, вспомнил. Нам просто надо играть на золотые эмблемы. Хорошо бегать, хорошо спасать, хорошо заводить. Делать все хорошо. Ну и желательно не упасть в убийцы. Так, ну это или Ghostface, или Майерс. Другого не дано. Ну и какой еще убийца может вначале схватить за жопу? Привет, Двайт. Ну, этот геник мы, по-моему, в любом случае успеем завести, мне кажется. Вот херово, что у меня нет кошки. Надо взять кошку. А не этот перк. Это, он к нам идет, этому не бывать. Так. Ну и чё, кто это? Так, тотемы, сундуки. Это Майерс. Алло, блять, он стоит его фитить просто. Пиздец. Понимаю. Двайт пошел спасать или нет? Мне. Окей, мне не нужно туда бежать. Хорошо, туда заводим в центре. В принципе, я сейчас завожу в центре и начну заводить все на вот этой части карты. Да, учитывая, как она отдала ему стадию на халяву. Блять, привет. Все очень плохо. Я ему сейчас тоже неплохо нафижу. Ну, тут уже не моя вина. В плане мне здесь просто перетянуться некуда, чтобы ему не фидить. Я стараюсь майнить через деревья. Я его, кстати, потерял из виду. Так, вот это точно не я. Как же все плохо. Все на самом деле плохо. Он вроде как ушел. Мы можем его попробовать поднять. Нужно, чтобы скилл-чек вылез, тогда мы поднимем очень быстро. Сука, идиотка. Сука, вот же идиотка. Мы могли его просто полечить, типа. Ладно, в принципе, учитывая, что Майерс на третьей стадии, то было не обязательно лечить на самом деле. Ты хочешь просто заводить? Ну давай. А мой перк на скилл-чеке практически бесполезен. Майерс на третьей стадии со мной рядом не ходит, а... Зачем он скинул на то скоро? Могу свободный круг пробежать еще. А, ты что это, блядь, серьезно? Специально сделал? Он АФК встал. Понимаю. Чё он делает? Блять, он что за мной побежит. Ретируемся отсюда. Извести я тоже не успею. Если бы он не взорвал, он к нам даже и не думал идти. Оп-оп-оп-оп-оп. Забайте его. Поймай хит. Отлично. Он должен вырваться. Ценимся заводить тогда. Так, отлично, он сюда не идет. Ну, заводим. Повезло на самом деле, что он не смог меня повалить, когда второй раз бежал за мной после первого хита. То мне что-то показалось, что он меня свободно повалит. Ну Двайт тоже молодец, нахер он сюда побежал, блять, что это вообще такое? Ладно, мы тем временем завели еще геник. Так, сундук. Сундук мне нужен, потому что полечиться бы мне не помешало. В этом дурдоме. Если что, мы еще в подвал сходим. Фонарик. Не так плохо. Блять, что вы падаете, господи. А я не знаю, там второй выживший закричал. Нет, ну надо, наверное, идти сразу спасать. Ну, типа, если я сейчас не пойду, я не заведу два геника сам. Ну, полтора. Эти сорвы довольно плохие. Не понял. Ну, так.
тут рядом ошивался, как будто у него какая-то инфа по мне была. Здесь еще, кстати, сундук, отлично. Так, первый пошел. Ну вот за альтруизм я, наверное, получу минимум золотую эмблему. Я уже и спас, и хит получал. Все делал. Только не бегите, давайте все вылечимся, пожалуйста. У него скоро кончится стати, и для нас это вообще самый шик. Теперь ты. Отлично. Прекрасно, друзья, замечательно, вы такие молодцы. Хотя бы лечить, блять, умеете, слава богу. Пойду на всякий случай просто осмотрю сундук, мало ли что с него может выпасть. Может быть какие-нибудь зеленые инструменты. Они мне будут пополезнее фонарика, потому что заводить нужно. Слабо очень плохо заводят. Мяк упала. Ну у него сейчас кончится стадия. Я не знаю, сколько он с меня может еще целую стадию, мне кажется, набрать, потому что он с меня довольно мало набирал. Желтый инструмент, где надо брать. Сейчас проверим, какой этот барбекю есть. Скорее всего есть, он сейчас прям на меня выйдет. Да. Да, есть. Привет. Прыгаем сразу в окно. Он мне хит создаст. Блять. Вот как неудобно получилось, а. Ну ладно, теперь мы знаем, что он хит. А, ебать ты. Понимаю. Блять. Я сейчас получу точно. Пиздец. Я не увидел его с этой стороны. Пиздец. Ладно, уползаем тогда. Пиздец, я его вообще не увидел. Я думал, он пошел вот с этой стороны обходить, типа, скоротать путь, блять, а в итоге... Ну ты двоит конченый на самом деле. Ну алло, блядь, поднимите меня, имбецилы. Куда вы, блядь, бежите? Боже, блядь, срувы нахуй, это просто пиздец. Я, блядь, я рот ваш ебал. Вы, блядь, два идиота ебаных конченых. Ну посмотрите, блядь, что они делают. Ну это просто, блядь, мы... Ой, блядь, сука. За что таких ебланов, блядь, кидает конченых? Что один, блядь, пидорас, что другой пидорас. Это, блядь, просто конченые. Забейте. Майерс такой же хуёвый, как и они, ему просто везет, блядь. Ой, боже, если, блядь, я просто видел, с какой стороны он идет. Ай, блядь. О, блядь, имбецил додумался снять меня. Я не буду здесь никого не лечить, ничего не делать, я пойду просто заводить ласт-ген, потому что я рот ебал, надо съебывать с этой карты. Потому что эти сурвы, блядь, очень хуёвые. Если он сейчас сюда придет, то пиздец. Ой, скилл-чеки, давайте... Ну все, пиздец, я же говорил. И он за мной. Ну, блядь, конечно же, за мной, затем же тебе еще помойка, блядь. Сука, какой же он конченый, ну почему, блядь, он конченый, но мои тиммейты более конченые, чем он, ну почему так, почему? Меня кто-то в этом дурдоме додумается поднять, блядь. Ой, ребята, я вас, блядь, искренне ненавижу. Вы реально, блядь, конченые. Блядь, здесь каждый хуёво играет. Что они, блядь, делают? Я просто не понимаю. Это мой вам подарок, дебилы. Хотя я даже не успею завести, наверное, да. А он будет меня поднимать, нет? Интересно, кто-нибудь из них вообще вот додумается сейчас пойти завести ген?
Там осталось 5 секунд, смотрите. Ну, какие 5 секунд, там меньше осталось. Блять, да заведи, уёбище тупорылое, сука. О, господи. Меня, блять, подними, меня, блять, подними, конченая. Нет, ну это пиздец. Блять, я просто хочу ебало фейспалмом пробить, но это вообще, блять, нахуй, это просто, блять, издевательство какое-то. Вот, я вот клянусь, блять, я просто клянусь, это вообще пиздец. Просто трипер моча, нахуй. Ёбаные идиоты, сука. О боже, блядь. Бля, такие ебанаты последний раз были, когда я играл за Дэвида, блядь, против Легиона, нахуй. Танея, блядь, конченая. Житель шкафчика, блядь. Ебать, это просто пиздец. Она стояла, нихуя не делала, блядь, кучу времени. Она просто, эта ебаная тупорылая Шерил, блядь, могла завести ген. Там оставалось меньше секунды. Сука, какие же имбецилиозные макаки, блядь. Я не знаю, как их назвать еще, блядь. Но это вообще не смешно. Ну как, блядь, можно быть такими, сука, идиотами? О, господи, блядь, это пиздец. Каждый бущенный. Каждый купил буш себе. Это просто пиздец. Ну ладно, бывает.